перчик. Вот такого кота еще отдают, ребят. Можно конкурс устраивать. Очень крутой, очень классный. Посмотрите, вот в полный рост. Вот такое шикарное животное в клинике Рыжий Кот, Киев, Науки 78. Из приюта. Так, ребята, вот такой вот красивый котенок, перс, очень пушистый, немножко диковатый, конечно. Вот, можно его забрать себе, он в клинике Рыжий Кот, Киев, Науки 78. Кто хочет, пожалуйста, обращайтесь. Перчик, немножко диковатый, нужно будет, конечно, приручать. Привет. Все, долго мучать его не будем, такой своенравный немножко котенок. А сколько ему, неизвестно? Нет.